Привет, с вами Центр детского туризма Крыма. Мы расскажем вам, как просто поддерживать себя в хорошей физической форме и правильно организовать регулярные тренировки. В этом нам поможет педагог дополнительного образования Захаров Сергей. Привет! Эту тренировку вы сможете провести у себя дома, либо во дворе. Возьмите воду, форму и хорошее настроение. А сейчас на разминку. Прежде чем мы начнем разминку, необходимо сделать кардиоупражнение. Давайте перейдем непосредственно к разминке. Начнем мы с вами с головы. Плавно переходим к рукам. Круговые движения корпуса. Опускаемся ниже. Переходим к ногам. Колени. Голеностопный сустав. Залог любой хорошей тренировки – это регулярность. Правильно питайтесь, соблюдайте режим дня.
Занимайтесь спортом, путешествуйте с Центром детско-юношеского туризма и краеведения.